Давай, я согласен. Да не пирожок, я не буду тебя пытаться уничтожить. Всем хай, народ, с вами Айзек, и мы снова в Пенумбре. Едва оправившись от предыдущих потерь, мы продолжаем. Так, у нас в недавней нашей, вернее, в прошлой серии вот этот человек у нас погиб. От нашей руки, естественно. Ворота, ведущие наружу, наверное, через них проносили всякие ящики и коробки. Да я знаю, что они наружу, там дует ветер очень сильный. А, не буду возвращаться к этому доктору, потому что мне его как-то действительно жалко. Так, что это? Описание разных животных, пауки, черви, собаки, рыбы и другие. Наверное, кто-то изучал. Наверное, кто-то изучал. Ну, это здесь то же самое. Так, микроскопы у нас. Кстати, мы взяли у той ныне мертвой женщины ключ. И ключ, по-моему, был от ее личного кабинета. Давайте попробуем войти. На табличке написано, что это офис доктора Свансон. Так, ключ Свансон. Этот ключ я мобиль держала в руке. Так сказал, как будто ты фанат заядлый. Больше не заперто. Знаешь, логично. Дверь-то открываешься как-то странно, как будто у тебя где-то там ступеньки в одном месте. Батарейки, флайеры, что это? Азоты жидкие. Так, какие-то куски башки, скальпель или что это? Ну, почти. Какой-то внетекстурный инструмент, хрен с ним. Так, еще один такой. Ты тоже так можешь? Нет, ты так не можешь, странно. А твой друг может. Так, хорошо, хрен с ним. Так, тут какая-то фотография. Что дальше? Ничего, ничего, ничего. А, нет, батарейки. Батарейки-то хорошо, в принципе. Так, ребят, что мы еще здесь можем найти? Кресло-каталка двигающаяся. Эти всякие штуки бесполезные, стоящие. Ну, пускай стоят. Что это? Ржавая металлическая полка. Поразительно, как быстро тут все гниет. Наверное, это от сырости, но все равно странно. Знаешь, я как-то не удивлен. Вот так себе скажу. Так, хорошо, отодвинем всю эту шнягу. Что у нас здесь еще может быть? Так. Скукотища. Где тут Тетрис? Не знаю, давай посмотрим. Может быть вот это? Пароль. 228-228. Серьезно? Народ, вы серьезно? Все, я пошел, все. Это все-таки хоррор, мать твою. Не время развлекаться, я так скажу. Так, пам-пам, экран для проектора. Самого проектора, впрочем, не видно. Как это не видно? Вот же он, я же его видел. Вот он. Как-то его можно туда... Вот так, чтобы он там посветил, я так посмотрел. Старый автомат с напитками, сломанный. Ничего, наверное, сломано. А я хотел бы кока-колу, как в прошлый раз, достать. Ну ладно. Так, хорошо, ребят, у нас есть... О, шкафчики. Что может быть в них? У них ничего нет. Это, знаете ли, как-то фигово. Может быть, мы не все не везде обутали? Чё это вот вообще такое? Чё это вот? Это кусочек семенной коробки чей-то. Ну да ладно, как бы. Это нам не особо-то и нужно было. Поэтому мы просто сваливаем. Или подвигаем вот это все. Оно очень классное, мне нравится. Так, что это еще? Скальпель. Паум. Все, мы все, что можно, взяли, да? Больше ничего нет. Ну да ладно, пойдемте. Так, ребят, у нас есть еще дорога очень далекая. Что? Куда? То... это самое... Там этот... Я-ха! Ну-ка. Я дал тебе пирожок. Давай, я согласен. Дай мне пирожок, и я не буду тебя пытаться уничтожить. Только пирожка у тебя нету, и ты пошел в жопу, понял? Из-за тебя умерла тянка, которая могла дать мне надежду на выздоровление, вот. А сейчас она мне точно ничего не даст. Никакую надежду. Вот. Это все из-за тебя, мразь, понял ты? Так, никого нет. Так, надо потихоньку, ребят, здесь прошарахаться. Чё это такое? Я слышу какие-то звуки. Чё это? Слышишь? Заяц! Заяц! Заяц!
Заяц! Никого нету, ребята, пустота. Всегда бы так и везде. Какой камень? Какой камень большой, а? Ух. Если что, можно прям так штать кого-нибудь. Не открывается. Так, камень я возьму с собой. Мне надо найти, кстати, вход в то место, где я уже был. Это у нас... Так, у нас, в принципе, есть два места, куда пойти. Либо там, где у нас какие-то кабинеты, либо там, где у нас проходы в эти... Что это такое? Проходы эти, секретные там... Блин, эти заслонки там стоят железные. Так, ладно, давайте тогда пойдем, ну, в сторону химэтих, что ли? Кабинетов. Давай, давай! У меня для тебя есть хороший пирожок, Кевин дал. Лови плюху, мразь. Да еб твою мать. А-а-а! Чувак, не надо, пожалуйста, я убегаю, все. Блин! Блин, я не сюда хотел. Ё-моё, народ, я вообще не здесь хотел оказаться. Ой. Ужас. Ужас. Чё шептает? Решетка вентиляционной шахты. Перестань шептать мне. Шептать. Заблокировано с той стороны. Но придется сваливать, народ. Иначе у меня другого выхода нет. Так. А ну-ка. Тихо. Я знаю, что ты там. Здесь где-то еще одна должна быть такая штука. А-а-а, я чую. Народ, волшебный восток, беги, убегай, жопу спасай, скорее давай, лови пирожок. Я побежал, скорее! Не-не-не-не-не-не-не-не, нам не надо. Я не буду покупать у вас ничего, все, давай, до свидания. Так, никого нет. Так, вот она, дверь моя. Все, отлично, мы свалили, ребят. Я надеюсь, что они за мной не пойдут никоим образом. Это было бы очень хорошо, если бы так и на самом деле было. Прекрасно, еще одна утечка ядовитого газа. Включаем противогаз, я же все здесь убирал. Че это? Так, труба нам пригодится. Берем, например, еще камень. А, че это? Мусора становится только больше. Так. Ну-ка. Давай. Во, все сломали, все, что можно. Шикарно, народ, мы просто молодцы. Я дверку открыл, ха-ха-ха. Ура! Народ, ребята, мы это сделали, это просто шикардос. Мать твою! Чё? Ребята, блин. Че за, блин, за коридоры? Право поверни. Слушай, мартышка. В смысле? Они везде. Не ходи туда. Идем обратно. Ты нас погубишь. Направо поверни, ты сказал. Че ты знаешь, я тебе не особо доверяю, но... Ну, чувствую я своим одним местом, что надо направо повернуть. И именно поэтому... Я не поверну туда. Все, сваливаем. Сваливаем! Все. Тихо. Я надеюсь, у него нет фонарика. У нас, а то есть противогаз, мы тебя вообще... Это самое. Понял? Ты... Черт. Черт, ополох. Не ходи сюда. Жулик, уходи. Эй. Ты мне такой, главное, сказал, направо поверни, а там это мразь. Нормально, ты молодец? Козёл. Эй. Скотина, козёл. А там пусто. Хе-хе-хе. А вот я иду налево. Ебать. Не-не-не-не, народ. И как туда это само? У меня здесь есть хоть что-нибудь каким-то образом, чтобы туда пройти-то? Какие-то рычаги, чтобы что-ли его это само? Чё, это не работает? Фу. Капец.
Народ, блин, реально, есть какой-нибудь способ его отвлечь? Как-нибудь. У меня вот, в принципе, есть флайеры. Убирай, убирай, не свети, все. Все, типа, я отвлек его. Еще и вот так вот возьму. Брошу штуку. Типа, чтобы туда ушел. Так, давай. У нас диверсия. Эй, лошара. Скорее, 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 скорее. Все, все, мы свалили. Мы свалили. Почему именно сюда? Вот, вся зона закрывается, они узнали, что я здесь. Надо как-то этому помешать. А-а-а, понятно. Типа, чтобы она, если вот так пип-пип, то значит все закроется. Тихо, тихо, тихо. Камера, свикамера. Ты сюда не посветишь, да? Я здесь сам пройду. Ой-ой-ой, ты так не работай. Так, ребят, я человек непонятный, поэтому вместо того, чтобы пойти направо, я пойду налево. Ты серьезно? Ай, скорее, 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 светило! Ну ты падла. Ну ладно, придется проходить. Так, ребят, а что нам вообще надо найти-то? Кто-нибудь знает? Что это такое вообще? И понятия не имею, что это, но это уже мне страшно. Так. Стой. Пойди секундочку. Начало у нас, конечно, было дурацкое. Но мы же можем стать друзьями. Мне кажется, что ты скоро исчезнешь, да? Мартышка, я не хочу умирать. Извини. Но придется. Волшебный восток! Так, ребята. Что за звуки страшные? Чё я слышу сейчас? Ты не свети. Понял? Я сейчас все найду. Так, ну-ка. Так, ребят, нам надо еще, видимо, найти такие рычаги, чтобы открыть... Тихо, тихо, тихо. Чтобы до конца открыть дверь, нам нужны еще такие рычаги. Но вот, так скажем, вопрос, где они? Да? Так, ладно. Давайте как-то с помощью без фонаря пробежать надо нам. Е, нифига, вот это паркур. Так. Да блин, ну спалился, вот я ох, а. Так, хорошо, здесь у нас закуток. Здесь мы пробегаем прямо. Здесь мы смотрим. Здесь ничего нет. Мы здесь были, блин. Я уже заикаться начал. Так, здесь у нас пусто. Все пусто, вообще вокруг все пусто. Так, значит... Мы пробуем найти что-то рядом. Что-то какой-то рубильник, что ли, тоже. Ну-ну-ну-ну-ну, где проход наш? Твою мать, что это? А, пошел в жопу. Куда ты посмотрел, что ты увидел? Где ты показал мне значок такой? О, смотри. А, вот камера. Камера слежения, лучше мне перед ней не светиться. Мне не страшно. Мне надо найти этот... Как во. Вот такую же штуку. Допустим, опустил. И еще один. Должен быть где-то. Где-нибудь. А где вот я не знаю. Народ, это как-то реально. Это не сложно, но. Это просто реально долго. Я не знаю, где можно найти еще один такой рычаг. Да отвали ты. Так, рычаг. И второй здесь где-нибудь, наверное, тоже в закутке каком-нибудь. Я прав? Ну, просто место такое же, но тут его нет. Это хреново. Это очень хреново. Я задолбался. Что за лабиринт, а? Что вы мне устроили тут испытание, блядь? Форт Боярд, а? Народ, я... я достался. Я устал. Реально надоело. Все. А, в стену упрусь и забуду. Все. А, фонарь выключил. Почему, когда я прихожу, блин, к этой... к тому месту, то сразу дверь закрывается. Вот. Вот, закрыто, говорю же. А, я, может, уже спалился. Так, камера, камера долой. Камера больше не светит. Я, может, попробовать просто рубильник включить и пойти к, это, к выходу? Это, может, просто я лох такой? Так, давай, 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 быстрее, там камера сейчас работает. Не, ну это я лох, это нормально, так. Хорошо. Что ты скажешь, Кевин, мне?
Я тебя послушаю, расскажи историю о том, как ты живешь. Так, у меня такая тактика. Я сначала сейчас найду рычаги, и потом уже буду за ними ходить. Тухляк, тухляк! Скорее разбиваем тухляк! Батарейки. Ура, еще батарейки. Тут шкафчик какие-то. Пошел в жопу. Так, раз рубильник, заметил, запомнил, то бишь. Тут пусто. Допустим, там, то там дверь. Здесь у нас нету. Нету. Ну, камера, отводись. Так. Рубильник, все, ребята, я... Че это, зачем? Ну, ладно. Так. Хорошо. Рубильник один я включил, использовал. И теперь у нас задача дойти до второго и уже проходить в другое место. То бишь дальше идти. Так, как работает эта камера? Никак. Шикарно объяснил. Так. Здесь у нас по факту пустота. То бишь я могу спокойно... Что за звуки вечные? Они меня раздражают. Ужас просто. Так, камера, давай переставай работать, иначе... Пожалуйста. Аллилуйя. Так, хорошо, камера у нас перестала работать, мы включили рубильник. Тихо, тихо! Я еще не прошел, подожди-ка. Давай, 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 да-да-да, да-да-да-да. Так, все, встаем вот здесь. С другой стороны у нас там дверь. Я это помню. Так, ага, там камера одна, поэтому пока мы пробегаем здесь, там она уже не работает. Все, все, народ, я просто мастер. Что? Что дальше? Не пойду, не остановлюсь. Чё за звуки? Подожди. Осторожнее, что-то там не так. В смысле, в смысле, в смысле? Ай-яй-яй, народ, там кто-то походу это... Блин, нахер, нахер! Давай закрывай, закрывай дверь, всё! Нахер! Чё это было вообще? Кто там какие? Офигеть! Блин! Какие, какие материалы? Надевайте защитные очки. Угу. Храните личную капсулу с цианидом. При себе. Ха, классно сказано, спасибо за цельный совет по хранению цианидовых капсул. Но знаете, она мне не пригодится. Так, пустой контейнер, не знаю для чего. Чё это? Разбиваем тухляк. Чё, не открывается? Хватало мне еще только заразиться, надо найти другой способ. Ты вообще-то уже заражен, насколько я знаю. Пошёл в жопу! Ну-ка, открывай дверь! Давай! Давай-давай! Пошёл в жопу! Вот тебе, надеюсь, там водичка тебе наливать немножко. Классно, одним шотом двух. Батарейки. Еще вот эта штука. Так, на всякий случай, я думаю, я еще вот эту вот сверху так поставлю. Так, все, вот так. И еще. Вот. Теперь меня точно никто не взломает. А, все, сохраняхи. Сохранюли. Так. Что у нас? Турнгайд, это принадлежит им. Если он не здесь, я ускользаю. Ты ускользаешь, потому что ты дрифтер. Нет? Ну ладно. Так, что это? Какое-то защитное оборудование. Там есть контейнер, то можно перенести вещество в него. Слушай, у меня есть контейнер. Вот. Так, давай как-то... О, мы сейчас будем это выбивать. Как эти прям. Как она? Игрушки, автомат. Та-та-та-ра-т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 а-
та 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 Во! На мана. Так, теперь. Нам нужно... Вот. Чё, не так? Нет? А, нет, по длине нормально. Теперь осталось только в эту сторону немножко. Всё? Вниз! Хватай. Теперь. Поднимай. Давай нормально, чё ты лагаешь? В сторону целиком. Давай, 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 давай. Только не роняй, пожалуйста. Я уже потратил 10 рублей. Тра-та-та-ра-та-та-ра-та-та-ра-та-та-ра. Еще немного, да? Давай. До конца руби. Хватит? Хватит. Так, все, можно опускать, в принципе, ребят. Мы достаточно далеко уже эту парашу засунули. Штуку, не парашу.
Все, отпускай. Отлично. Так, все. Зарядил цианидом. Все. А вот и вещество, надо уходить отсюда. Прошу тебя. Тем же всем, что не, не пройти. Ага. Пользовались бы телом по очереди, ты хоть понимаешь, что ты делаешь? Инструкции по обращению с зараженной палатой, как справляться с нестабильными веществами при помощи стабилизирующей жидкости. Все очень подробно и сложно, лучше я постерегнусь, скажешь, ну и нахер скажешь так ты. Что это за штука? Завершение через 2 минуты. В смысле? Ну ее нахер, что-то, что-то мне народ страшно. Давайте-ка свалим отсюда. Чё я нажал? Чё я нажал? Чё за кнопки? Ай-яй-яй, ай-яй, народ, ай-яй, все горячо, горячо, очень горячо. Приседаем. Чё? Ай, чё? Апокалипсис? Всё, ай, горит, ай, жарко, ой, больно, ой. Побежали, что-то больно, жарко, очень далеко бежать. Давай, все, пошел в жопу камень. Все, куда я? Где я? Здесь все нормально? Охренеть, там все о, как раскидал-то, а? А, это я там пришел, а тут ушел, да? Охренеть, вот это да. Так, хорошо, ребят, все. Сохраняшки, давайте как-то. А, не, нельзя, ну ладно. Ох, давайте сваливаем. Найдя это вещество, я почти избавился от болезни. После этого я надеялся снова вступить в контакт с разумом Тургайд. Как это делал мой отец? Мне нужно было знать, что такого они сказали ему, что заставило его так быстро сдаться. Надо было положить к этому конец. Фух. Я точно знаю, о чем ты думаешь. Тихо. Решил, пока надо свалить. Пока надо свалить. Мне все равно, что ты уничтожишь там. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй, смотри, как дует, смотри, мотает вовсю. Чё с тобой, ты чё припухнул? Ой, там дует, смотри, там люди бегают. Чё это такое? Ты чё творишь, эй, мне плющит, смотри, ничего не вижу. Куда бежать, какое делать? Чувак, объясни. Не понимаю я. В смысле, блин? Ой. Вообще ничего не вижу. Блин, разрядился. Да вы чё, все издеваетесь, что ли? Вы чё мне натворили? Ай, чё, телепортация? Серьезно, телепортация? Нахрена? Как ты это сделал? Ёбану мать! Капец. Сергей, это самое. Перестань глючить. Все, пойдем сюда. Капец, вот меня шатает, а это просто ужас. Ну что? Вот и конец. Вот и конец. Никаких наград. Капец. Даже спасибо не будет. Просто вакцина из... Да, ты меня достал. Отлично. Ты меня вообще достал. Офигеть, нафига ты вот вообще взял, короче, из-за тебя у меня умерла там, это, тянка, которая мне могла дать надежду, как я уже говорил. Нет, ты, надо тебе, блин, вот дрыгаться. Так, это что, азот? Полный контейнер. Что еще мы можем найти здесь? Есть что-нибудь? Книги. Здесь пусто. Здесь что? Пусто. Тут пусто. Что это? Традиционное искусство, единственное, в котором хоть что-то, что-то я понимаю. Ладно. Так, здесь пусто, пусто. Все, больше ничего нет, походу, дела. Ладно, ничего страшного. Так, здесь что? Тоже пусто. Хорошо, хрен с ним. Хрен с ним, хорошо, ладно. Так, че... я в Майнкрафте так делал, прикольно. Вау, прикольно. Че это как-то можно? Нет. Нахрена здесь шоколад? Что это вообще? Как... Я куда попал? Это вот это вот место, где, короче, закрытая комната. Типа заперлись, да? Думали, я такой, ох... А я дверку раз открыл. Перестань шептать мне, я сказал. Все, надоело. Что это? Весь стол в крови, что ж тут было-то? Я не знаю, что тут было, и я думаю, пора закончить уже с этим делом, потому что уже, как и всегда, я что-то задерживаюсь, ребят.
Надо закончить. Хорошо, закончим вот на этом вот операционном столе. Типа нам плохо, и мы такие. Медицинский плакат об анатомии собаки. Типа я собаки. Я собаки. Все, нормально. Ребят, меня сейчас будут оперировать, поэтому, если вам понравился этот ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Айзек. Меня оперируют. Всем пока. Пам-п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 ам. Не знаете, мне как-то было скучно монтировать, когда я сидел. Я думаю, что-нибудь поставить надо, а то как-то скучно получается. А так прикольно. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам.